Днями в українському форпості в Маріуполі правоохоронці вилучили понад 20 літрів саморобного спиртного. Горілку або що воно таке розливали з контейнера просто біля центрального базару, аж поки це набридло місцевим мешканцям. Такі місця на кожному кроці і в столиці. Люди щодня скаржаться на п'яні шоу-програми під вікнами, а хтось цим неякісним алкоголем ще й труїться. Наш роздратований Артем Шовковий оголосив війну наливайка. Дивимося. В этот спальный район столицы я приехал, нет, не на запах, на зов местных жителей. У меня окна сюда. Ще 6 годин вони летять без носків, без этого. І сюди, знаєте, як голодні. Тут плохі дяденьки п'ють водку. Чесно, неприємно смотрети. Свої чорні ділішки наливайки, як правило, шифрують, но я виведу їх на чисту воду. Контингент в гендаликах все-таки різний. Поэтому для підкріплення я взяв з собою троєщинських пацанов, які ще недавно були в правом секторі, а сейчас общественная организация депутата Борислава Березы. Моим собутыльником будет стажер. Это кличка. Соответственно, оделся, внедряемся. Обратите внимание, из какой тары она наливает пойло. Акцизной маркой тут и не пахнет. На часах только 3 дня, а здесь аншлаг. Но таких клиентов, как мы, здесь вряд ли ожидали. Добрый день, мы с нового канала. А покажите, что вы наливали только что. Есть у вас разрешительные документы, что вы наливали? Вот давайте. Такое не самое чистое помещение, как вы видите. А где та бутылка, с которой вы наливали? Ну, она же не растворилась. Ну, покажите нам, чем вы торгуете. Есть ли документы? Если... Есть у меня документы. Какие? Покажите. На право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Интересно, а кто дал им право торговать бодягой? Что, золотые резервы нашли? Ну, как бы пустые, но запах там остался. Снимай. Вот, запах. Спирт там, остатки есть. Тут еще вот. Ну, спирт. Куча фля. Как мы видим, дела идут очень хорошо, если столько канистр. Прибыльный бизнес. Сколько в день вы получаете? Что вы здесь делаете? Земля круглая? Глядя на тару, понимаю, обороты здесь немалые. Судя по стаканчикам, день здесь начался не то, что хорошо, а просто замечательно. Постоянных клиентов даже ребята в балаклавах не смущают. Ждут, пока мы уедем, чтобы продолжить банкет. Так вкусная. Нормальная водка, я 100 грамм выпил. И... А с чего наливают, вы не в курсе? Мне его надо сам наливать, да и... Юрист Дмитрий замечает целую кучу проколов. Нету сертификации на алкоголь, нету кассового аппарата. Соответственно, куда идут налоги с прибыли, как они платят налоги. Должны быть документы, должен быть куточек с проживача, должна быть книга про побажань, відгуків. Она место для него есть, но ее нету. Пока те смотрели бумаги, ребята нашли заначку. Как меня протянуло, короче. На запах? Нанюхался и сразу на запах пошел. Итак, что у нас сегодня в меню? Это новый яблочный сок с перцем. 50 грамм 9 гривен, 100 грамм 18. Кстати, за торговлю фальсификатом и алкоголем без акциза светит штраф не менее 17 тысяч гривен. Я вам поведомлю только то, что здійснюється незаконно. Продаж, незаконний продаж спиртних напоїв в подальшому буде здійснюватись розслідування, заноситись в базу, тому в подальшому запитання будуть повідомляти відповідні люди. На цьому вибачте зайняти вже. Ну, як-то так. Ладно, айда на следующую точку. Магазин, овощи и фрукты. Но витаминчиками тут и не пахнет, а вот спиртом за версту несет. На запах стекаются они. А что вы сейчас будете покупать? Коммерческая тайна. Ну говорите, сколько вам надо, что мы будем просто так стоять в очереди, или что? Ну что это вы? Милицию уже вызвали, не переживайте. Говорите, сколько вам надо. Ну говорите, на что же там не... Сколько? 150 или 200? 200. Наливают водочку.
Нет. А что? Сок томатный. И как часто вы сок здесь пьете? Раза в три в день. А разрешение на продажу томатного сока есть? Разливать алкоголь могут только рестораны и заведения ресторанного хозяйства. Магазин, где разлив, где кафе? Эта лицензия не разрешает вам разлив? Разрешает. Нет, не разрешает. Ну, сейчас директор придет, она больше компетентна. От чеков на покупки у меня глаза на лоб полезли. Наименование продукции разное 9 гривен, разное 10,50 и разное 12 гривен. Три разных чека и в нем три разных разное. И даже пожаловаться некуда. Что примечательно, книги жалоб нет. Ну, наконец-то директор пожаловала. Ну вот что такое разное 12 гривен? Почему здесь не указан, сколько килограмм? У нас фасовка идет. Фасовка идет. 10,50. Разное. Это что? Разное 9 гривен. Не знаю. Соки, может, кто-то брал на разлив. Вода есть на разлив. Соки на разлив. Томатный, фруктовый. А алкоголь на разлив нету? Есть. Почему нету? Ребята, у нас водка вся идет по документам. И как с таким чеком свои права как потребителя качать? Чем отравился? Разным! У нас покупатели одни и те же. Мы всех своих покупателей знаем. И я вам объясняю, у нас нет таких товаров, которыми могли бы отравиться. Да этих, конечно, уже ни одна зараза не возьмет. Так продезинфицированы. А вдруг ребенок тут что-нибудь перекусить купит? Есть генеральный директор фирмы. Завтра буду поднимать вопрос перед ней по поводу и вызывать и кассового мастера, чтобы уже перекодировали кассу на все группы товара. Пока милиция выясняет, имеют ли право товарищи торговать томатным соком, набираем чиновников райадминистрации. Чего это они моральный облик столицы запустили? Мы звонили в благоустрой, просили кого-нибудь приехать зафиксировать, чтобы они приписы написали. Они говорят, что их не отпускают вы. Ну, то есть они где-то на уборке. Потому что у нас завтра обед по району, понимаете? Эти вещи нужно согласовывать. Не за шкальную работу, а как-то согласовывать. Спасибо, что делаете очень хорошее, нужное дело. Но сейчас все мои инспекторы стоят на свалках и работают на территории. А раньше, конечно, убрать нельзя было. Ждем волшебного пенделя от начальства. Пока кортеж торжественно колесит по району, возвращаемся в наливайку. Барменша другая, а все туда же. Люди сидели и играли в нарды. Мы сами видели. Веселые нарды. Милиция находит десятки пустых бутылок с нехарактерным для минералки душком. Хорошо, что вернулись. Говорят же, хочешь что-то спрятать? Поставь на видное место. Маленькая метка на баклажке выдает большой секрет заведения. Открытка на открытие холодильника. Конечно. Прям так взяла и открыла. Пришлось попотеть. Саша, свет. Открыто? Да. Ох. Оно. Что и надо было доказать. Наливает тут черт знает что. Так когда же их закроют? Заммэра уверяет. Скоро. Составлен график по районам, по месяцам сноса незаконных ларьков. Снос тысяч ларьков – это тоже ресурсно-затратная тема. Нам нужно много кранов, много площадок для уборки этих ларьков. Поэтому решили вот именно таким методом действовать. К этому району руки дойдут только летом. Побольше жалуйтесь на забегаловки под вашими окнами. Забросайте чиновников кляузами по самые уши. Тогда им не отвертеться.